Тёмой, и сегодня я покажу, как скачать Geometry Dash другим способом. Прошлый способ, думаю, вы все знаете, короче, вы все этот способ знаете, просто заходим тупо в Яндекс браузер. А вот этот способ уже будет другой. То есть, смотрите, все закрываем. И пишем уже скачать другую программу. Уже не игру, а именно программу. Называется она 1 Mobile Market. Ну, или Mobile Market. Короче, 1 Mobile Market она называется. Значит, вы пишете. Вы пишете скачать 1 Mobile Market. Да нет же, не надо мне ничего. Так, все. Яндекс. Пишите. Сначала пишите цифру и мобильный маркет. Вот. Скачать 1 мобильный маркет. Все. Значит, если тут есть лайки, я еще не проверял. Так. Короче, лайка тут нету, мы заходим. Хотя, сейчас, подожди. Не, лайка тут нету, ладно, все. Заходим в первое. Так. Заходим вот в эту первую вкладочку. Листайте вниз. Вниз. Так. Ну и вот, все. Значит, листайте вниз, нажимайте скачать. Вот. Скачать 1 мобильный маркет. Вы хотите загрузить? Конечно. И все. Когда у вас пошла загрузка тут. Вот идет загрузка, сейчас у меня все быстро тут. Становится все нормально. Вот, все. Загрузка завершена. Нажимайте сюда. Далее установить. Как только установится, я включусь. Ну, ребят, то есть, когда у вас установится там все дела, вы нажимаете, пишете там Geometry Dash, ну и все. В принципе, там ничего такого сложного нету. Ну да. Ну что ж, ребят, с вами был Геймплей, всем удачи и всем пока-пока.